Всем же привет, и в этом видео я решила показать, как проходит мой обычный учебный день на дистанционке. Утром я обычно просыпаюсь в 7:30 утра и завтракаю. Затем после завтрака поднимаюсь на свою комнату и занимаюсь всякими делами. Вот, например, сегодня я разобрала срач и собрала свое рабочее место. Уберите все лишние предметы со стола, так вам будет легче сосредотачиваться в учебе. Также регулярно я люблю записывать в дневнике сегодняшнее расписание уроков. Я это делала до того момента, как вышло постоянное расписание. Я спускаюсь в нижний этаж для того, чтобы взять оттуда свои учебники. Вот, например, сегодня у нас всего было 6 уроков. И примерно вот так выглядит моя рабочая зона. Мы обычно учимся с 9 часов утра, а до этого момента я успела отправить фотки для презентации в ПК. А первым был урок русского языка. Учительница дала нам 4 очень длинных упражнения, и их я выполняла почти в течение часа. Хочу поделиться тем, что мне очень нравятся аккуратные, чистые работы, но когда я слишком много писала, либо же когда мне лень, мне бывает все равно на то, каким он должен быть, и я все пишу неаккуратно. Как и все, мы все законченные работы скидываем учителю. Физкультура была последним уроком, но я быстренько решила сделать задание. Отправили ссылку по YouTube на комплекс упражнений, и все ребята должны повторить и отправить фотоотчет. Даю небольшой совет. Старайтесь выполнять все задания, которые дают учителя. Третьим уроком идет урок алгебры. Здесь нам задали один вариант на выполнение демократических заданий по 7 классу. И плюс сама учительница скинула выполненный ей вариант. Столько всего я сделала за промежуток некоторого времени. И тут случилось такое. Я спокойно сидела на конференции в Zoom по истории, и вдруг мой телефон начал перебрасывать меня из этого приложения. Затем, через несколько минут после того, как я старалась заходить, он вообще не заходил, либо не включал звук, и вообще ничего не шло. Затем вообще выключили электричество через несколько минут. Но я была подключена в Wi-Fi, а Wi-Fi идет только с электричества. Но мой телефон не в минусе, но почему-то вообще ничего не грузит, ничего не отправляет. И да, что делать-то? Кстати, химия, по-моему, была вторым уроком, и в нем нам задали только посмотреть видео в YouTube и отправили ссылку. Я уже давно посмотрела. По родной литературе задали просто прочитать и записать нужные материалы. Здесь мы только написали значение двух слов, это улан и баллада. Плюс прочитать 2 страницы произведения. Ну что ж, вот так быстро и незаметно прошел мой день обучения на дистанционке. Но если стараться, то можно все закончить очень быстро, если не записать в телефоне и так далее. Поэтому не старайтесь делать этого. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, пишите креативные комментарии, мне будет очень приятно их прочитать. И всем пока!